лучами яркими меня манит, туда, где среди гор река бежит, где лес дремучий тайны охраняет. Вместе с друзьями мы нигде не пропадем, и с радостью мы приключений ждем, бед не боимся, вперед мы идем. Мишки и братишки снова вместе. Забывчивый лось. Цветок цветку, и все готово. Праздник нектара уже скоро. Все для прекрасного декора. Ведь день нектара уже скоро. А? А? Что я делал? А, ладно, неважно. А? Да-да-да-да-да-да! Я пришел сюда, чтобы украсить дерево жизни. Но где же моя картинка с цветами? А? Кто вы? Вы тоже пришли на праздник нектара? Да, мы пришли на праздник нектара, конечно! А, праздник еще не начался, но скоро начнется. Мистер Пит, взять его! А? О, нет! Руки вверх! Стой! Беги, они пришли за деревом жизни. Ах ты мерзкая скунсиха, мистер Пит, держи ее. Есть. О нет. Не дай им уйти, держи их. Скорее, нужно найти помощь, чтобы защитить дерево. Почему все это происходит? Посмотрим, удастся ли вам теперь убежать. Я слишком стар для всего этого. Я попытаюсь их остановить, а ты беги. Нет, я тебя не оставлю. Если не убежишь, он поймает нас обоих. Пожалуйста, передай от меня весточку. Не устали еще? Беги! Отстань от меня! Отпусти прочь! Очнись! Эй, очнись! Ты в порядке? Где это я? А что я делал? Я должен украсить дерево жизни. Дерево жизни! Ты идешь к дереву жизни? Да, я очень спешу. Есть короткий путь. Правда? Можешь взять нас с собой? А вы кто такие, ребята? Я Брэмбл, это Кристи, а это... Эй, погоди! Пожалуйста, нам очень нужно это туда. Это правда. Пожалуйста, помоги спасти маму. Я вас знаю? Мы встречались? Неважно, идите за мной. Спасибо. Кажется, что-то здесь не так. Чтоб тебя! Эй! Ты уверен, что это короткий путь? Конечно. Я помню, что он здесь. Не похоже, что это безопасное место. Ах, да. Поблизости есть воронки и ямы. Все будьте осторожны. Что? Ямы? Все равно, будьте осторожны. Бежим! Моя голова. Смотрите, вот и яма. Ах ты мелкий.
Ты специально это сделал? Где Рекс и мама малыша Скунса? Беги! Отстань от меня! Где Рекс и мама малыша Скунса? Что? Мама малыша Скунса? А ты умеешь складно врать, верно? Отстань от меня! Вик, тебе нужно успокоиться. Ты видел поблизости людей? Да. Где? Не волнуйся, Кристи. Нет, не Вик, он... Но он вот такой. О, его я видел. Скажи, где? Вот же он. Нет, другой человек. Он поймал бедную маму Иара. А еще он хочет украсть нектар. Беги! О, теперь я вспомнил. Я видел еще одного скунса, похожего на этого. Она просила меня найти кого-то, кто помог бы спасти дерево жизни. Мама. Постарайся вспомнить, где ты ее видел. Дайте-ка подумать. Дело было вчера утром. А потом это случилось. А ты знаешь, где моя мама сейчас? Я не знаю. Но она передала весточку для своего сына. Она сказала: Эар, ты должен быть храбрым, чтобы преодолеть все трудности, что ждут тебя. Отпусти! Отпусти! Это так трогательно. Мама, я обещаю, я буду очень храбрым. Не плачь. Мы спасем твою маму. Так, продолжим путь и найдем Рекса Вектора. Это мама. Это мама. Эр, подожди. Мама. Стой. Эр, смотри. Хозяин, все готово. Скоро я отправлю Скунсиху в лабораторию. Хорошо. Поскольку нам она больше не нужна, то станет отличным пополнением для коллекции Вольфганга. Хозяин, вы просто гений. Что же нам делать? Нужно разделиться на группы. Надо защитить дерево. Времени нет. Брэмбл, ты пойдешь со мной спасать маму Эра. И я. Я спасу маму. Но, Эр, это опасно. Все в порядке. Мы с Брэмблом позаботимся о нем. Будьте осторожны. Брэмбл и Эр. Удачи, ребята. О? Кто там? Мама. Отпусти мою маму. Серьезно? А иначе что, а? Тогда иди сюда и забери ее. Ты трус. А? Эй, вы что творите? Вперед, Брэмбл! Поставьте на место! Вик, ты в порядке? Он в тебя попал? Нет. Хочешь еще? Осторожно! Ой-ой! Получите! У меня есть идея! Что? Вик, давай! О, нет! Плохой бросок, прости! Теперь моя очередь! Нет! Попрощайся с мамой Скунсом! Мама! Эй, стойте, нет! Весело вам! Нет, не сюда! Вик, надо остановиться! Ребята, мама! Мама, ты должна очнуться, мама! Как нам привести ее в чувство? У меня есть идея. Эй, погоди! Мой микрофон пропал, нужно сказать хозяину. Мамочка! Вот так! Пока! Стой! Я не полечу к хозяину, он сам придет сюда. Ты видела? Эй, смотрите сюда. Для чего эта труба?
Я знал, что вы придете, ребята. Вы напрасно тратите время. Нас заметили. Прячемся. Негодяй! А ну вернись! Мелкий заморож, получай! Баба! Мама, пожалуйста, очнись! Это я, Яр! Это я, мама! Пожалуйста! Это Пит! Остановим его! Стой! Что? Нужно позаботиться о маме с Кунси! Бабочка! Баба! Баба! Привет, сынок! Баба! Баба, наконец-то очнулась! Эй, Яр! Яр, ты в порядке? Кто вы? Это Брабл и Вик. Они помогли мне спасти тебя. Я благодарна. Надо же, Яр, а ты вырос. Но мистеру Питу удалось уйти. Ничего, ты был молодцом. А? О, нет, дерево жизни. Мы должны остановить Рекса Вектора. Ладно. Давайте вернемся к остальным и спасем дерево. Вперед! Этот ласковый бриз, солнце луч золотой. Я без них теперь не представляю жизнь. Где бы я ни гулял, они будут со мной. Лес, река, моря и горы — это мой дом. День за днем и год за годом, в дождь, грозу и непогоду, нашу дружбу мы храним. Жизнь большое приключение, много разных увлечений ждет, так скорее вперед. Этот ласковый бриз, солнце луч золотой, я без них теперь не представляю жизнь. Где бы я ни гулял, они будут со мной. Лес, река, моря и горы — это мой дом. Лес, река, моря и горы — это мой дом.